Дорогие друзья, итак, вы послушали, кто есть вам враг. Или, скажем так, враги, не ставшие друзьями, как они этого не обещали. Кругом враги. Так кто же, черт возьми, нам друг? Хотя бы один, коли уж так много врагов. И один друг есть. Вы будете очень жутко смеяться, поэтому сядьте, пожалуйста. Но у вас есть друг. Друг, от которого вы так бежите. И этот друг – Россия. Российское государство, российская действительность, российское общество. Во-первых, ну кто как не Россия, не российское государство создало условия, что вы хотите уехать. Вам хочется уехать. И хочется уехать, потому что эти условия для вас создала Россия. Это странно звучит. Мы же от нее бежим. Вот только потому, что мы от нее бежим, только потому, что мы считаем так плохо в России, хотя на самом деле, наверное, не так, но мы так себе внушаем. Только это нам дает возможность пережить все наши невзгоды, мнимые или реальные. Все эти минусы, 5, 10, 100 минусов Австралии, на самом деле все это булшит. Но мы страдаем, но мы не делаем резких движений, потому что мы хотели уехать из России. Россия создала для нас эти возможности. Так давайте ее поблагодарим. Но нам не только хочется, нам может уехать из России. Мы почему-то считаем, что Борис Николаевич Ельцин был пьяный дурак. Да, он был пьяный дурак. Но одно качество у Ельцина было не отнять. Он позволил многим жуликам обворовать страну и уехал. Вы знаете, он позволил уехать и мне. Он позволил уехать и многим другим, которые не были жулики. Но они никогда бы не смогли уехать при коммунистах. А Борис Николаевич позволил нам это сделать. Более того, ребята, часть из моих студентов, я не хочу сказать больше, но часть, их родители воры. Так или иначе, открытый криминал или не открытый, наворовали. Разворовали они Советский Союз. Но, ребята, и им, и вам будет позволено уехать. Владимир Владимирович тиран. Боже мой, Путин тиран, Путин деспот. А как же так, деспот не закрывает двери на выезд. Двери закрыты на въезд. Демократическое, отличное государство. Лучшее, кстати, государство и лучшая страна для жизни. Она закрывает ворота на въезд. На выезд ворота открыты. Поэтому Россия здесь является вашей помощницей. Россия является помощницей вашей, и когда вы находитесь здесь. Всем понятно. Практически вы кинули страну. Практически вы всеми правдами и неправдами хотите в стране остаться на этот раз в Австралии. Но при этом вы получаете полную поддержку, если, конечно, хотите, со стороны посольства, консульств, официальных лиц. Как только вы хотите сделать хоть что-то доброе для своей покинутой вами родины, Родина готова забыться во всем и готова помочь вам. И мы это очень хорошо ощущаем. Так, оказывается, вот это вот третье свойство, третья часть вашей Родины, вашей России, которая играет за вас. Немногие играют за вас, а вот Россия играет. Россия прекрасная страна. Россией, культурой, историей, мощью можно гордиться. Издалека. Россия уникальная страна, которая чем дальше от вас находится и чем дольше вы ее не посещаете, тем больше вы ее любите. Особенно в Австралии ее любят харбинцы. Они вообще никогда не видели Россию. Они, если ездят туда, то крайне редко, как туристы. Они любили всегда Россию, но любили Россию, которая вообще никогда и не была.
Понимаете? Ее никогда не было. Они любили фантом. Они любили лубочную картинку. Так что Россия дает вам возможность любить ее с очень безопасного расстояния. Это идеальная страна. И последнее, что я хотел бы сказать. Россия признает двойное гражданство. Становитесь экспатами. Вы знаете, если вы приедете с опытом работы в хорошей международной компании, в какой-то офис в Москве, или в Киеве, или в Кишиневе, вам дадут точно такую же зарплату, как в Сиднее, умноженную на 2. Соответственно, тот человек, который получает здесь 80 тысяч, вполне возможно будет получать 160 тысяч. При том, что тратить вполне возможно он будет, насчет Москвы поспорю, но вообще, может быть, будет тратить меньше. Никто его не будет преследовать. Я понимаю, что большинство украинцев плевать на все хотели, имеют и по 2, и по 3 гражданства, но все-таки это нелегально. Все закрывают глаза, но все-таки нелегально. А Россия вам позволяет это делать. Россия позволяет вам обливать ее грязью. Россия позволяет вам считать ее своей, а сама считает вас своими, тем, кто вообще приехал сюда не как русские, и облил Россию и перед этим Советский Союз грязью. Облил. И это знают. И все равно любят. Вот такая она дура. Вот такая она единственная, в принципе, дура, которая хорошо к вам относится. Вы любите Австралию? Замечательно. Но она сделает все, чтобы вас здесь не было. Вы любите народ австралийский? Замечательно, я его тоже люблю. Безумно люблю австралийский народ. Но не очень-то он меня любит, тем более не любит он их вас. Вы стремитесь найти русских, ищите их. А что их искать? Он на форуме. Они же, видно, не работают, они в основном на форумах сидят. Это такие трудолюбивые. И они, сидя на форумах, вас ненавидят. Ну, вы их любите. Замечательно. Учебные заведения вы сами себя, в общем-то, не любите. И только одна, всеми нелюбимая Россия любит вас. Я не призываю вас оставаться в России. Я не призываю вас за получение вида на жительство, даже до этого, возвращаться в Россию. Но я призываю вас подумать просто так, чтобы вы умнее были, и чтобы та страна, куда вы приезжаете, гордилась вами, потому что у вас в голове что-то есть. Большое спасибо.